Fischer. Я дам залу поаплодировать действительно вот этот интервью с большим удовольствием. Дмитрий, поверьте, что мы о вас немало знаем, следим давно за вашей блестящей и блистательной футбольной карьерой. Знаем, что вы заслуженный мастер спорта, знаем, что ровно через 20 лет стали призером чемпионата Европы после Олега Протасова. Он в 2008. 20 лет разница, вот два призера чемпионата Европы, между прочим. Кстати, у вас много из замечательных регалий, званий. Ну и, разумеется, одно из них — это вы, член клуба Григорий Федотов. Вы знаете об этом тоже. Скажите, кто из состава, кто вот сегодня сидящих на сцене является также членом клуба Григория Федотова? Называйте, Сергей. Безусловно, Олег Протасов, также член клуба Григория Федотова. Это футболист, забивший более 100 мячей. Мощный чемпионат страны, своих международных, за сборной и так далее. Единственное, что, Олег Валерьевич, вот вопрос к вам такой, знаете, в разных источниках написана разная цифра. То ли вы забили 245, то ли 245, вы лично знаете, а вам все равно. Почти 2500 мячей забил Олег Протасов. А еще тоже 124, вот по данным. Итак, вы ответили на вопрос блестящий, а теперь вопрос для болельщиков. Какими языками владеет Дмитрий Сеченко? Дмитрий, вы чувствуете, как народ осведомлен, да? Кто сказал? Португальский. Идите сюда, народчик. Итак, Дмитрий, мы знаем, что вы владеете английским, французским, португальским и немного индонезийским. Совершенно для меня прелестная информация, что вы также написали книгу с товарищем, что вы любите поэзию и театр. А поскольку вы знаете немного индонезийский, немного, скажите по-индонезийски, где нам чемпион. Ну хоть как-то, но все равно вас... Я не сказал, не поймем. Мы вас простим за неточность произношения. Ладно, скажите по-русски, где нам чемпион. Динамо чемпион. Спасибо, это правильно! Итак, дорогие друзья, вы видели в лицо. Спасибо, пожалуйста, Дмитрий, садитесь. В лицо. Теперь на футбольном поле присутствует.